Столица готовится к майским праздникам. После затянувшейся зимы работы немало. Начали подготовку с внутридомовых территорий. Аккуратный заборчик, красивая, что самое главное, безопасная детская площадка. Что говорите? Здесь готовятся к конкурсу? Нет, здесь просто любят свой двор. И на субботник выходят дружно. И как на праздник. Этому красивому и ухоженному двору всего год. Секрет такого порядка прост. Люди дружны и хотят жить в чистоте. Порядок поддерживать выходят каждую неделю. У нас все любят двор. Мы все ухаживаем за двором, потому что все, что есть в нашем дворе, это идеи жильцов, это труд жильцов. Это все совместными усилиями. И у нас такие довольно-таки часто, без каких-то организаций, люди выходят. Порядку радуются не только взрослые, но и дети. Самокаты, качели, песочницы – все в их распоряжении. Сейчас субботники проходят по всей столице. Но самый главный – еще впереди. Наш месячник по благоустройству будет завершаться 28 апреля. Вот в субботу будет глобальный такой субботник на всей территории города. Нужно охватить абсолютно все территории, поэтому кто для себя посчитает нужным, либо это будет дворовая территория, либо это будет просто какая-то выбрана улица и вычищенные пешеходные зоны и зеленые зоны, не вопрос, это будет только поощряться. Еще раз напомним, общереспубликанский субботник пройдет уже в эту субботу, 28 апреля. В нем примут участие все предприятия и организации республики. Ирина Жекова, Андрей Макаренко, Первый Приднестровский.